Здорово, Шура. Здорово. Ты все копаешь. Проход в будущее. Ты куда? Подход в этот в город копаешь, что ли? Что-то там к нам гости пришли. Ну да. Не-не-не, это в другое место копаю. Город надо в обратную сторону. Что-то там гости к нам пришли, что ли? Да. Всем привет, дорогие друзья и подписчики канала. Сегодня мы играем в игру Seven Days to Die. Своеобразный Майнкрафт в мире апокалипсиса. Играю я не один, с своими друзьями. Давайте разберемся, что себе представляет игра. Ну, ты запилил себе полностью кожаную одежду? А, это не ты, это картоха. Так, ага. Кстати, возьми там в сундуке около кровати. Здорово. Возьми там сет полный, готовый, зеленый. Пипец, вы уже стену тут отгрохали, я охренею. Нашелся? Да. Да вы маньяки. Как тебе строительство? А ты говоришь, башня. Я говорил, небоскреб. Ты небоскреб. Блин, прикольный костюм. Такое чувство, что со знаков дорожных сделал. У тебя дерева нет с собой, Саня? А, тут нету. То что-то ночью неохота идти рубить. Так, и где тут выход из этой цитадели? Будешь мотороллер собирать, что ли? Не, этот мини-байк у нас уже есть, мы уже собрали. Огород буду делать. А, это да. А, вы на нем уже катались? Ну, я так, внутри по шахте проехал там. Прикольный аппарат. О, ни хрена себе. По огороду, ну как же, ну. Мне интересно, вот на этом мотороллере далеко уедешь? Машины, если ключом, можно будет запчасти добывать. Ну да, я вот в пустыню за 2 минуты доезжал. Крутяк. Я сейчас на минутку отойду. Да, оно еще сигналит, офигеть. Thank you.
Так, все, я тут. Как рассветет, наверное, схожу на север. Посмотрю, что-нибудь, может, полутаю. Отправимся мы чуть севернее нашего дома, к холмам заснеженным. Посмотрим, что там у нас за территория, и исследуем ее. И вернемся потом обратно. Вперед, путь в дорогу. Ну, графика красивая для такой игры. Очень даже ничего. Так, вот в том направлении. Будем ориентироваться по компасу. Нам ровненько на север. Возьмем свой пистолет. На всякий случай. Хотя вроде бы... Ну, вот видите, какой отстроили форт мои друзья. Да. Много очень работы проделано. И выглядит очень красиво. Ну, а мы идем на север. Поблизости вроде бы никаких зомби не наблюдалось. Я думаю, мы до ночи успеем исследовать территорию и вернуться обратно домой. По пути у нас какое-то строение. Вот интересно, что это за дом. Пойдем посмотрим, полутаем. Есть ли там что интересное. Немножко покореженный дом. Что же за он? Пока непонятно. Возьмем так, перья. Перья нам понадобятся. Из них мы будем делать стрелы для нашего арбалета, если что. Пока у меня их хватает. Ну, в любом случае, револьвер возьмем. Мало ли что. Кто здесь бродит, ходит. Так, бумага нам не нужна. Будем обыскивать. Найдем уже что-нибудь интересное. Так, части оружия. В принципе, они плохого качества. Если собрать оружие из такого качества, то оно быстро будет выходить из строя. Так, ну это не надо все. Надо брать все хотя бы, начиная с зеленого цвета, искать. Ничего мусором засорять свой рюкзак. Так, а вот там что-то такое за... Да, зомби застрял между стеклом и... решеткой. Ну, что-то там за движения какие-то непонятные. Кто-то здесь очень хорошо забаррикадировался. Ну да. Так, если надеюсь, что бумага нет, ничего. Так, вроде здесь мы ничего не найдем. Это здание похоже на супермаркет. Хотя с виду сзади я думал, что это какой-то дом. Так. Рукоятка для магнума. Не нужна. Хотя бы, чтобы было зеленого цвета. Обыщем здесь, что здесь у нас. Показать в туалете. Нашли металл скреп. Банка нам тоже не нужна. Кто-то здесь костер распалил. Так, здесь. О, баночка. Это куда-то пропало. Ладно. Чё-то с ней. В принципе, здесь ничего интересного нету. Дальше обыскивать все, что у нас снаружи. Ну да, ничего интересного. Исследуем территорию. Получаем опыт. Вот, да, в самом деле это супермаркет. Как видим. Так, ну а мы будем продолжать двигаться вглубь, на север. Будем исследовать территорию. Так, и походу не забываем подбирать перья. Яйца брать не буду. Хотя можно было из них сделать яичницу. Но это уже долго. Пока с едой у меня проблем нет. Так, это у нас что? Это у нас там походу уже заканчивается. Как-то странно. Граница. Ладно. Это мы что-то подошли к самой границе.
Еще дождь какой-то подошел. Прошел, ё-моё. Понятно. Так, пойдем вдоль границы. Это вывеска. Посмотрим, насколько у нас тут снег занимает большую территорию. В машине ничего. Вот тунец мы заберем. Тунец нам пригодится. У тебя что есть? Скотч нам не нужен, спасибо. Угу. Таблетки. Painkillers. Более утоляющие. Забираем. Так, древесину тоже возьмем. Если что, у нас будут заканчиваться стрелы для арбалета. Всегда можно их скрафтить. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас там на вывеске. Так, Альбукерке, Санта-Фе, Аламагорда, Розвелл. Розвелл? Don't go. 368 километров. Это в ту сторону Розвелл. Да, хотел бы я посетить Розвелл. Прикольно, если здесь были еще инопланетяне. Ну да ладно. Пойдем дальше. Угу. Так, еще металл. Будет что переработать. Сверимся по карте. Так, мы вот идем вдоль границы по заснеженному, так сказать, холму. И сейчас будем потихонечку возвращаться к нашему дому. Заодно по дороге будем исследовать все, что у нас есть. Так, попьем. И также поедим. Так. И добавим. Ну вот, даже место освободилось. Все, можно идти дальше. Следовать территорию. Графончик интересный, красивый. Я не являюсь графодрочером, но для такой игры это просто, конечно, шик. Деревья качаются. Ветер, все дела. Так, вроде здесь ничего нету, кроме гнезд. Перья, как обычно. Так. Угу. Пойдем туда. Там, походу, возможно, у нас будет какое-то строение. Или это камень. Походу, какое-то строение. Да, это строение. Здесь какая-то лесопилка. Здесь попробуем ее залутать, исследовать. Возьмем на всякий случай арбалет. Мало ли здесь какие-нибудь зомби. Так. Вроде тихо все. Так, это у нас стекло. Стекло возьмем. Оно пригодится. Так. Кусочки шкуры для одежды. Ну или ткани. Посмотрим, что у нас в этой пристройке. Потихонечку исследовать и открывать всю карту. Ничего интересного здесь у нас нет. И здесь тоже. Так, там стол, но я не буду осматривать этот стол. Туда пробираться, шуметь здесь своим топором. Так, здесь пусто. Ну, кукуруза нам не нужна. Так, вот в этом домике мы посмотрим, что здесь. Кого-то схватили вроде. Остатки. Человеческие остатки кругом. Так, все пусто. Ну какой стол? Блин, классный стол. Такой бы дома. Дома себе иметь такой столик. Деск. Так, нету ничего. Вроде больше ничего здесь нет. Да, пустой. Так, что здесь еще есть? Так, может попробовать его забрать с собой можно?
Попробуем? Нет, забрать нельзя. Переработал, так сказать, его в дерево. Так, книги. Это не рецепты, это не какие-нибудь. Да, это не рецепты. В принципе, можно просто его переработать, наверное, на листки. Там для чего листы используются, я фиг его знает пока. Пойдем посмотрим, что у нас на втором этаже. Второй этаж. Ну, тут неплохо такое. Две шапки. Ну да, точно две шапки. Так. Ну что? Так, тут у нас... А это у нас Repair Tool. Желтая. Ну нафиг, не буду забивать. В принципе, у нас этого хватает добра. Дверь не открывается. Кто-то здесь, наверное, что-то выломал. И опять кепка. Ух ты, какой сейф, а? Ну, сейф, в принципе, блин, ну не хочется мне. Это вот шот, для шотгана возьму желтый. У меня синенькая есть, может быть, потом соберу себе шотган. Ну, а мне сейчас нужно проверить соседний дом. Довольно-таки вместительное помещение. О, покажем тебе. Так, картошка. Нет, картошка мне не нужна, спасибо. Воду возьмем. Так, трубу тоже возьмем. Костер горит. Хрен его знает, наверное, здесь костер сам по себе горит. Да, на втором этаже у нас так железный стол, ничего интересного. И здесь тоже. Походу в этом доме я ничего интересного себе не найду. Ну и здесь тоже скрип метал. Ну, можно в принципе выходить. Так, здесь я проверял. Да, здесь все то же самое. Ничего интересного. Ну, идем дальше. А, вроде бы все залутал. Зомби не видно, и это хорошо. Ну да, идем в нужном направлении. Уже почти 2 часа дня. Пока дойдем, уже будет вечер. Так, ну тут человек какой-то ходит. Я в этой игре новичок, интересно. Здесь точно так же убивает, как в DayZ, или нет? Ну-ка, давай-ка по ним, за ним понаблюдаем. Посмотрим. Я, конечно, не бандит, и стрелять первым я не собираюсь. Но если вдруг он первый начнет меня стрелять, придется обороняться. У меня для этого есть магнум. Я думаю, его должно хватить, чтобы убить этого супостата. Ну, если он таким, конечно, является. Будем держаться рядом. Так, это у нас, походу, военная база, что ли, такая? Ну да, военная база. Интересно. Так, потихонечку. Потихонечку. Так, будем держаться рядышком. Ну, походу он меня заметил. Так, давай возьмем чуть-чуть левее. Исследуем вот эту палатку. Френдли или как? Френдли, френдли. Русский, русский. Русский, русский. Давай.
А тут вообще часто убивают так посторонние? Я просто новичок в этой игре. Нет, такие вещи. Ну, короче, ходят там эти компашками, есть такие люди, которые убивают. А так мирно, я не могу сейчас сказать. Понятно. Спасибо. Вот картошка этот может убить, картошку может убить. У моих друзей здесь сразу три, наверное, убил. А, картоха, понял, все, запомнил. Однако картоха здесь популярен. Берегись его. Хорошо. Он тут на мотике разъезжает, если услышишь, отбегает. На мотике? Вообще крутой пацан. Да, у меня тоже мотоцикл был, поэтому я под текстурки свалился. Ехал, так карта не погрузилась и под текстуру свалился. Понятно. Ладно, я погнал. Да, я тоже. Счастливо тебе. Как посмотрю, картоха здесь очень популярен. Он здесь своеобразный, наверное, бандит. Байкер, который ездит по пустоши и всех убивает. Этакий убийца. Так, у нас появляться начали зомби. Это не очень хорошо. Так, потихонечку будем пробираться. Походу он тут не один. Пробуем подобраться и убить его. Так. Мне еще прилично бежать. А уже полчетвертого. Нет. Пробежим. Черт, оп, и еще один. Ух, ё-моё. Пробежим сразу же к дому. Не будем на кого обращать внимание. Ну что ж, вот мы и дома. Пол пятого. Справились мы быстро. И как раз справились до ночи. Так, где тут у нас вход? Походу не с этой стороны я пошел. Так, он там чуть дальше. Надо просто сразу левее взять. Дом, милый дом. Вот я и пришел. Ну, не бесполезно сходил. Синюю вещь одну нашел. И это хорошо. Осваиваемся потихоньку в новом мире. Лепота. Дом, милый дом. Вернулись, сударь. Да, вернулся. Обследовал немножко север. Узнал много нового. Много нового узнал. Что такое новое? А, поговорил тут с одним человеком, блин, оказывается, картоха у нас тут местный байкер, убийца. Ну это тогда. Они оба с Виталиком. Чуть-чуть убийцы. И говорят, на мотороллерах разъезжает, блин, всех убивает, говорит, его берегись. Вот такие вот дела. Да-да. Да-да, берегись картохи. Так, перьев насобирал всякой этой самой. Слушай, а синий цвет это хороший цвет? Да. Это перед топовым цветом, короче. А, ну хорошо, блин. Хотя бы одну запчасть топовую нашел для шотгана. А что ты синего нашел? А, часть для шотгана. Да, кстати, у нас такая же, только еще топовая есть запчасть. Ну, потихоньку. Запчасть такие. Потихоньку насобираем. Пойду выгружу, рассортирую, что нашел. Кстати, как тебе лестница, как я освещение придумал? Ну, это вообще замечательно, особенно ночью, так это класс. Слушай, я еще вот что хотел... У нас огородик теперь. Вижу. Я хотел спросить, слушай, я вот, короче говоря, ну, там ходил, в дом зашел. Короче, нашел там сейф, да? Его можно как-нибудь снять и поставить к нам? Или, например, там какой-нибудь стол какой-нибудь...
Да можно, в принципе, все, что хочешь скрафтить, ты поставить. Ну, там просто такой классный-классный стол был, я вот это сам. Раньше можно было переносить в старых версиях. А, понятно. А сейчас только крафтить такие вещи можно, да? Оно все крафтится, все ставится. Понял. Да-да-да. Раньше просто разбиваешь их, можно было с собой забирать. Окей. Короче, говорится, учиться, учиться, еще раз учиться. Ну что, пойду же я выгружать. Вот, кстати, пошли, покажу тебе сейф этот скрафчу. О, давай. Крутяк. Про этот ты сей говорил? Да, про этот. Круто. Ты должен быть самая-самая ценная вещь. О, можешь пользоваться. Вводишь пароль и пользуйся. Туда ложить, например, самые синие такие или фиолетовые вещи. Сейф такой, настольный. Прикольно. Слушай, блин, надо мне как-нибудь заняться свою собственную комнату, зафигачить где-нибудь там внизу. И обстраивать ее потихоньку, учиться крафтить вещи. Ты плохой байкер на мотоцикле, который людей сбивает. Да-да. Я тут чувака встретил, он такой говорит, френдли? Я говорю, да, френдли. Я говорю, и часто тут людей убивает? Говорит, да, часто, вот особенно опасайся картоху. Он тут на мотороллере ездит, всех убивает. Я на мотоцикле двоих тоже зомбарей сбил. Полный беспредел, понимаешь ли? Ну что ж, дорогие друзья, на этом у меня все. Это была игра Seven Days to Die. Спасибо за просмотры. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. Эх, лепота-то какая. Красота. Ты меня деревом убил. Я? Как я мог тебя деревом убить? Да, дерево упало на меня. Но это не мое дерево. У меня дерево было гораздо больше. Это какое-то маленькое. Дерево, я это самое. Короче говоря, тебе прибило то, которое ты это самое. Рубил. Я же вот смотри, я вот здесь вот стоял. Как оно тебе могло? Это, тем более оно туда должно было, в ту сторону, блин, упасть. Ну это, наверное, моё. Ну, я вот смотрю, блин, вот ты, который это самое, оно на тебя и упало. Я думал сначала, что это зомби кричит. Смотрю, ты вроде тебя прибил. Деревом захерачило. Пипец какой-то. Ну, потому что я как раз таки специально подальше от тебя отошел. И так, чтобы не в твою сторону оно падало.